какие там бревна, какой там это самый был фундамент, дом-то отличный. Вот кто-то там, понимаете, кто-то кому-то вот почему-то нужно было, и взяли всех, выселили, и многие не хотели оттуда в это самое даже выселяться. Ребята, особенно молодые, у которых были машины, потому что там сараи были, у них были у всех почти что эти самые гаражи. Ну и чего, выселили, ну и чего. А посмотрите, какой дом. Вы знаете, я каждый раз ходила и думаю, господи, ну если на то пошло, взяли бы, снесли бы его. Может быть, кто-нибудь из этих вот бревен, может, сделал себе в деревне бы дом. Уж если все выселили, тогда давайте сносите. Что вы делали-то? Ну что делали-то? Ну и чего, начали лазить там потихонечку, постепенно, то один, то другой, то я даже не буду говорить. Там много было всяких, понимаете, такой, людей. Да. Ну и все. А кто будет милицией, что ли, стоять это караулить? Никто не будет караулить. Ну и все. И в конце концов, мне кажется, просто там просто кто-то бросил этот самый. Может, я даже не буду говорить, как там, как могло произойти вот это, что там нужно. Жарко, понимаете? Люди, может быть, там это самое сидели, сами знаете, выкинули, ну и пошло-поехало. В общем, дом этот очень жалко. А вот теперь вот будет, вот это я больше чем уверена, вот это будет стоять тоже долго. И никому не надо дело. Слушайте, а вот там вот, вот у нас, это, ну тоже горел, и ведь же еще горел он потом, представляете? Но почему не снесут, почему? Деньги-то ну, выделили. Деньги выселяют, слушайте, а это все стоит. Нам даже, представляете, центр фактически нашего первомайского поселка, там все магазины, все базар, там, представляете, все там. И на тебе, и все это стоит. Ну, и всем наплевать.